Третий матч финальной серии мог стать для саровской команды историческим. Победа над давним соперником, трижды чемпионом области стартом из Таншаева, принесла бы нашим хоккеистам долгожданное звание чемпиона Нижегородской области высшей лиги. Однако удача улыбнулась противнику. В Сарове появится мини-буксир. Над его созданием трудится руководитель клуба исторической реконструкции 1945 Алексей Морозов. Он рассказал, на какой стадии сейчас работы, как назовут корабль и когда его планируют спустить на воду. 22 диплома за участие в физкультурном мероприятии «Нижегородская гимнострада-2022» привез коллектив «Контемп» детской школы искусств из Нижнего Новгорода. В номинации «Танцевальный марафон» саровчане представили номера «Море» и «Ирландский мотив». Детские лагеря, в которых традиционно привыкли отдыхать саровчане, в этом году будут участвовать в программе детского туристического кэшбэка. Кроме того, летом в городе заработают дворовые площадки и проект «Спорт в каждый двор». Третий финальный матч решающий. У Сарова за плечами две победы. Очередная обозначит чемпионство высшей лиги. Поэтому с самого начала игры таншаевский старт был настроен решительно. Гости открыли счет и забили в наши ворота первую шайбу. Но после первого перерыва хоккеисты Сарова мобилизовали все силы. И уже во втором периоде в ворота соперника летели шайба за шайбой. Сарову удалось вырваться вперед со счетом 6-5. Такой успех воодушевил многочисленных саровских болельщиков. Замечательно, наши мальчики. Все прекрасно. Надеюсь на нашу победу. Надо брать домашнюю игру. Игра хорошая. Наши ребята собрались. Скорее всего, все получится. Так что удачи. И, конечно, верим же всеми силами, болеем за нашу команду. Надеемся, что сегодня они кубок заберут. Вообще шикарно, шикарно. Мальчишки молодцы, все стараются. Прям просто замечательно. Я не часто бываю здесь, но игра прям супер. У меня и внук здесь, и дочь здесь. В общем, всей семьей пришли болеть за наших. Верим до конца. Игра волейбольная. Держимся, ребята, держимся. На льду развернулась нешуточная борьба. Градус игры был настолько высоким, что даже ломались клюшки. Основное время закончилось с ничейным счетом. Исход овертайма решили буллиты. На этот раз фортуна была на стороне Таншаева. Сегодня не хватало у них. Видно было, что у них меньше состав был, чем обычно. А у нас наоборот сегодня, можно сказать, максимальный наш состав был. Поэтому и в овертайме, не как в той игре, когда мы уже с середины овертайма просто стояли. В принципе, тяжело было, но легче, чем в первой там игре. Но ощущается хоккей, эмоции положительные. Плюс мы выиграли, везем домой серию. Так что эмоции положительные. Саровчан поддерживал почти полный зал Ледового дворца. Для игроков эмоции болельщиков – это дополнительный стимул в игре. Не зря говорят, что болельщики – это шестой игрок на площадке. Болельщики вели нас вперед, поддерживали, кричали. То есть нам приятно это слышать от них и видеть их на трибунах. Не так собрались, чтобы понять, на что настроен соперник. Соперник настроился биться. Все-таки это плей-офф, здесь игр просто так не бывает. Простых. Ну, в принципе, второй период поговорили в раздевалке, пообщались, сделали работу над ошибками и вышли биться. Следующая игра финальной серии игр чемпионата Нижегородской области по хоккею высшей лиги состоится на выезде. ХК «Саров» снова встретится со стартом в Таншаево. Многие помнят добрый советский мультик о путешествии маленького катерка «Чижик». Он разводил почту в разные уголки Земли, побывал на Северном полюсе и в жаркой Африке. Свой «Чижик» совсем скоро появится и в Сарове. Идея его создания у Алексея Морозова родилась спонтанно. Да и реализовать ее было непросто, поскольку в кораблестроении Алексей пробует свои силы впервые. Однако трудности мужчину нисколько не испугали. Совершенно новое направление. Я, собственно говоря, чисто случайно, мы встретились с Михаилом. Михаилом Прохоровым, он говорит, что вот есть такая интересная вещь, показал мне видео на этом самом, ну, в интернете, и мне почему-то стало интересно, и мы с ним договорились, как бы этой темой заняться. Сначала связались с компанией, которая занимается изготовлением деталей кораблей, заказали каркас нужной модели. Затем полученные детали вырезали на лазерном станке, а потом склеили. Сборка заняла около месяца. Впереди осталось самое сложное – оклейка и окраска, рассказал Алексей Морозов. Оклейка, шлифовка, там окраска, грунтовка и все такое прочее. Поэтому вплоть до того, что приходится звонить. Вот сейчас я собираюсь, наверное, на выходные поехать на мастер-класс в Москву, чтобы мне объяснили, как работать с определенными гелькоутами, потому что я никогда этого не знал, даже за название. Ну, к
как сказать, слышал не то, что впервые, но для меня оно было редкостно. Корабль спустят на воду уже этим летом. Будет ли он катать детей или возить грузы, пока неизвестно. Но ясно одно – пылиться в музее Чижик не будет, а отправиться в свободное плавание. 2 года подряд Нижегородский дворец спорта принимал у себя сильнейшие спортивные и танцевальные коллективы региона. В апреле на арене дворца прошла гимнастрада – спортивный праздник, который объединил участников со всех уголков области. Саров на нем представил коллектив «Контемп» детской школы искусств. Саровские танцоры успешно прошли первый заочный этап и отправились на очный тур в Нижний Новгород. Когда я смотрела на эту вот огромную массу детей, все в красивых костюмах, которые заняли всю площадку дворца спорта, вот этого зала, вы должны, да, представлять ее объемы. Ну, просто была такая гордость за нашу, на самом деле, здоровую Россию, здоровых детей. Организатором мероприятия Министерство спорта Нижегородской области, областная федерация по чирспорту при поддержке правительства Нижегородской области, Академии Ирин Винер и фонда президентских грантов. Гимнастрада включала 3 направления – общая спортивная подготовка, танцевальный марафон и художественная гимнастика. Саровчане выступили во 2-й номинации и продемонстрировали свои лучшие номера «Море» и «Ирландский мотив». Больше всего запомнилась мне сцена большая. Мы никогда не танцевали на таких больших площадках, и мне понравились другие коллективы, как танцевали. Там были различные танцы разных возрастов, и было посмотреть очень интересно на них. Мы получили большой опыт. Мне понравилось смотреть еще на другие коллективы. У них были разные красивые танцы. Мы получали опыт от них. Сейчас «Контемп» готовится к конкурсу в Нижнем Новгороде, на который поедет в конце апреля. А 24 мая танцоры приглашают саровчан на отчетный концерт в художественную галерею. Эпидемиологическая обстановка позволяет взглянуть на будущее с оптимизмом. Новых случаев заражения все меньше, и многие коронавирусные ограничения уже снимаются. И у наших детей будет возможность полноценно отдохнуть этим летом. Какие формы отдыха предлагает детям город, мы узнали в департаменте по делам молодежи и спорта. Родителям нужно как можно скорее определиться, куда они отправят отдыхать детей этим летом, советует министр образования, науки и молодежной политики региона Ольга Петрова. Роспотребнадзор разрешил 100% заполняемость летних лагерей. Для сравнения, в прошлом году можно было заполнить только 75%. Кроме того, многие загородные лагеря подключились к программе кэшбэка, в том числе и 3 наших – Лесная Поляна, Гайдар и Березка. Планируется, что в этом году они вместе примут 2300 детей. Лесная Поляна и Гайдар примерно с начала мая месяца будут распространять путевки с помощью туристического агентства, и родителя можно будет получить кэшбэк за эту услугу. Но насколько нам известно, что на данный момент идут переговоры с туристическими агентствами на тему того, а какая будет комиссия туристического агентства, где будет размещаться информация о том, как воспользоваться кэшбэком и тому подобное. Но точно все наши 3 лагеря должны работать в этой системе этим летом. Для тех, кто пока не решается отправить ребенка одного за город, будет из чего выбрать и в самом Сарове. К традиционным пришкольным лагерям, 14 на базе школы, одному в теплом доме, добавятся новые формы отдыха. На базе молодежного центра и центра внешкольной работы будут реализовывать краткосрочные образовательные программы. По несколько часов в день в течение 3-4 недель реализуется коротенькая образовательная программа, куда ребенок приходит и занимается в зависимости от программ либо спортивной направленностью, либо художественной. Узнать об краткосрочных программах, которые реализуются в центре внешкольной работы или в молодежном центре, можно будет с помощью системы «Навигатор». Большое внимание уделят спорту. Почти 1500 юных спортсменов продолжат усиленные тренировки на базе спортивных школ. Также летом на полную мощность заработает проект «Спорт. Норма жизни». Все 3 месяца на базе уличных спортивных объектов на улице Павлика Морозова, на лыжной базе, тренажерах возле хоккейной коробки «Сокол» и стадионе «ИКАР» будут работать инструкторы. Ближе к летнему периоду мы озвучим график работы инструкторов на этом объекте. И дальше уже горожане смогут своих детей туда направлять, зная, что они будут под присмотром. И более того, инструктора подскажут, какой комплекс упражнений ребенку можно применить, подкачать ту или иную группу мышц, ну и для общего физического развития. Кроме того, вернется и дворовая практика. Педагоги центра внешкольной работы на площадках в разных районах города будут по будням организовывать для детей различные спортивные игры, викторины, квесты и конкурсы. Планируется, что площадки посетят не менее 6000 детей. Полностью интервью Ивана Усова о предстоящем летнем отдыхе смотрите в рубрике «Без комментариев» на канале «Саров-24».